Итак, мы сегодня едем на радиотакси. Это самое популярное такси и безопасное такси в Буэнос-Айресе. Официальное такси. И мы едем в район, как называется, Наташа? Санта-Фе. Почему туда? Да, все банально просто. Дочки обещали найти обувь Adidas, поэтому мы едем в Санта-Фе, в Adidas магазин. И заодно будем смотреть местные достопримечательности. Возможно, мы проедем там, где раньше не проезжали. И Наталья будет снимать на камеру наиболее интересные места или то, что нам попадется на глаза. Итак, в путь. Сегодня свободный день. Сегодня свободный день, а вечером у нас прощальный ужин. До 17 часов мы свободны, поэтому будем изучать местный фольклор, местные достопримечательности и впитать в себя то, чего нет в России. Да. Мы сегодня поехали. Для чайной круж. Обязательно нанесли солнцезащитные средства. 43-46-04-54-33-95. La clave. 13 миллионов в Аргентине жителей, да. Из них 8 приходится на Буэнос-Айрес. Это считайте, ага. Государство. Даже выехать из пределов Буэнос-Айреса, и то нужно иметь визу. Въехать нужна виза. Право на въезд в Буэнос-Айрес, определенная виза. Значит, на каждого жителя Буэнос-Айреса приходится 1,5 автомобиля. 1,5 автомобиля, да? Да. Очень большая насыщенность, очень большая, высокая именно, плотность. Именно на тех жителей, которые являются платежеспособными, то есть, ну, кроме стариков и детей. И вчера еще интересную информацию такую сказали о том, что в Буэнос-Айресе платится пенсия, которая равна примерно $500. $500 примерно пенсия. И если один из членов семьи умирает раньше, то 80% пенсии платится второму члену семьи, потому что его уровень жизни не должен снизиться. В связи с потерей одного члена семьи. Средняя зарплата в Буэнос-Айресе примерно $1,500, что, в принципе, неплохо. Так, мы как, по какой улице едем, сейчас посмотрим. Так, такие указатели есть. Мы сейчас посмотрим, какая улица. Авенида Кордоба. Да, вот мы проезжаем этот центральный у них проспект. Центральный проспект. Да, ширина его 124 метра. Мы его проезжаем. Здесь три полосы движения. Обратно мы будем двигаться, скорее всего, пешком. В сторону отеля, заходя туда, куда хочется, смотря там, где хочется посмотреть. Ну, в общем, любопытство свое будем удовлетворять по максимуму, потому что попасть сюда в следующий раз в этом году мы, наверное, не поедем. И завтра мы улетаем в Рио-де-Жанейро, поэтому местный колорит будем впитывать в себя по полной программе. Диви. По полной программе. И надеемся на впечатления, которые мы получим сегодня. Yes. Это называется мастер. Это называется профи. Профи. Да, он рулит ногами. Он рулит ногами. А вот is your name? Neymar. Мария. Наш водитель Мария. Макдональдс здесь, как собак нерезанных, тоже на каждом углу.
Мы даже туда заходить не хотим. Ну, близко американцы. Да, вот мы сейчас смещаемся по прямой, смещаемся на ту самую улицу, скорее всего, которая нужна. Сейчас посмотрим. Так, эта улица у нас Парагвай. Улица Калия. Вот Калия. Как раз то, что нам надо. Потому что магазин Adidas находится на пересечении улиц Санта-Фе и улицы Калия. Это его талисман, который позволяет ему хорошо зарабатывать. Вот эта собачка, любимая собачка таксиста, он ее благодарит за то, что он послал ему пассажира, то есть нас. Вообще такси пользуются популярностью. Перекресток. Адидас. Адидас. Сейчас найдем где-то здесь, тут где-то есть. Окей. Так, мы сейчас выходим. Гоу. 30 центов. Так, мы расплачиваемся центом. Это вот денежка местная. С картинками, с такими, видите, раз, два, три, мы 30, о. Да все уже сняла, да, дай. Thank you. Спасибо. Thank you, Mario. Goodbye. Goodbye. Вы в iPad'е посмотрели, что именно здесь, на этой улице? Сейчас ты поточнее посмотришь, посмотри по карте. Местные бутики, обувь, люди, гуляющие. Если бы надо точно знать, что это Санта-Фе. Да, вот пересечение. Наталья сейчас смотрит, где мы находимся, чтобы найти то, что нам нужно. Вот он нас привез сюда, вот Санта-Фе, если, да? Да. Получается, мы вот так вот должны стоять. Да. Нет, вот так. Вот мы сюда ехали, вот здесь нас высадили. Еще мы здесь не ехали, мы ехали по Калио сейчас. Вот, давай, мы, покажи, вот мы по этой улице вот. Ехали. Вышли на углу. Вышли на углу вот здесь, да? Вот мы вот здесь. Где мы вышли? Нам надо знать, какая это улица. По которой мы ехали, покажи. Вот мы ехали по Калио, вот она улица, ну Калио. Вот. А теперь на пересечении высадил Калио с этим. Получается, что нам нужно пройти вот туда, вперед. Вот туда. Потому что, видишь, вот это Санта-Фе, мы пересекаем его. Все, туда. Если это дальше, да? Я поэтому и говорю, нужно знать, какая вот эта улица. Которую... Вот это? Да. Санта-Фе, отсюда видно, вон она. А, все, понятно. Ну, нам нужно пройти дальше туда. Да. И там будет Адидас. Да, и там будет Адидас. Значит, нам нужно перейти дорогу. Все, переходим дорогу. Улица у них называется Авенида. Так, мы переходим улицу. Да.
Да. Ну, у них, значит, город расположен под РАФ, поэтому в любом случае мы, чем и, да, мы не заблудимся, мы можем обойти просто квартал вокруг и вернуться на то же место, с которого мы начинали. Вот Калио, вот улица. Видишь Калио? Зеленый. Далеко, далеко ты уехал, далеко тебя понесло. Далеко, вот Калио улица. Калио улица. Видишь зеленую? Вот она большая. Вот Санта-Фе, вот. Вот Кордобу мы проехали. Значит. Вот мы сейчас прошли твой квартал вот сюда вот. Вот, вот ресторан, вот. Вот ресторан Фредда. Мы с тобой прошли как раз квартал этот. Вот где он находится, вот где Фредда написано. Вот это место, где мы сейчас стоим. Так. Чего? Тогда получается здесь где-то и должен быть этот вот точка. Цель. Я просто спросил тебя. Спроси, ну кто тебе не дает, то спроси, пожалуйста. Как магазин-то лучше по-английски? Да? Шоп. Шоп. Один так. Sorry. Sorry, а шоп Adidas где-то тут. Adidas шоп. Ну ты пенсия. Как сказать? Она из шоп не понимает слово шоп. Шопинг? Ну вот шопинг. Adidas. Adidas. Шопинг. Adidas. С этой стороны. Да. Когда он вот там, где мы уходили, мы опять проезжали Уругвай. Вот мы вот здесь вот находится Уругвай, вот он, Уругвай, видишь, мы его проезжали. Так, повернули направо, вот где здесь, да. Это где? Получается, что вот он где-то вот, ну, буквально вот здесь был. Если карта, не, если не врет вот это. Ну, что мы находимся вот здесь, вот у этого ресторана. Ну и как обычно в мегаполисе, доехав до точки, которая была на карте, мы в этом мегаполисе не можем найти Adidas магазин, хотя мы на том месте находимся, а вот где он, черт его знает. Вот, вот рекламу Adidas мы нашли, вот она. Вопрос, где находится сам магазин, если мы видим, что здесь рядышком есть магазин Levi's, вон там магазин Puma. Сейчас посмотрим. Куда нам нужно? Пойдем, дойдем в Левис Пума. А вот спроси, а спроси про Adidas. А шоп, шоп Adidas. Пума Adidas. La mano enfrente, dos cuadras. Туда и туда, да? Sí. Спасибо. Я сказал, перейти на ту улицу и вот туда, в ту сторону. Я и предлагаю уточниться, давай уточнимся еще. Я сюда сейчас зайду. Может, здесь магазин по продаже какой-нибудь спортивной одежды? Здесь есть, да. А, здесь спортивная одежда, ну, может, туда. А здесь... Тебе только летишь, да. А вот здесь вот спросим сейчас у парня. Шоп. Шоп, да? Шопинг Adidas. Шопинг, да, Adidas. Adidas. Вот тут Puma. Куда? Куда это брать? Окей. Наши мысли были правильные. Сейчас перейдем на эту сторону. Сейчас спросим секьюрити, он может точно сказать. Шоп Adidas. Шоп, шоп магазин Adidas. La vereda enfrente. Para allá, una y media. А, сюда. Пошли, за мной. Вот здесь на перейти. Я говорю третий раз в одном перекрестке. Очень приятно.
приветливые Буэнос-Айресы, помогаю. Adidas. Adidas. Sí. ¿Tú? No. ¿Tú te lees? No. ¿Por acá? Adidas. Adidas. ¿Ves? Ya no está más ahí. Y ahí enfrente. ¿Tampuma? ¿Tampuma? La otra cuadra tiene casa de deporte. ¿Qué, дальше еще? Так туда тогда. No. Por allá. Как вам магазин, интересно, по-латински, может быть, посчитать? Вот как бы, вот. Здесь спортивный магазин, пойдет курить. Добрый день. Ты здесь? Да. Надо. Шопинг Адидас. Шопинг Адидас. А, на другое. Дальше? Угу. Лучше девушки просто не интересовались спортом. Да, я надо ориентироваться, конечно, тоже. Чтобы подвижные подвижные. Здесь где-то. Там реклама, там будет хорошо. Карте нашли точки, где ближайший, один из ближайших магазинов Adidas, кружились вокруг этого перекрестка, спрашивали всех, где он находится, ожидания были большие, но когда мы пришли туда, где находится фирменный магазин Adidas, Наташа, сними вывес. Uh-huh. Вот видите, это старый магазин, вот что от него, от Adidas осталось. Забавно, но здесь идет ремонт. Это называется по-русски, мы пришли не солоно хлебавшие. Поэтому сейчас мы уезжаем отсюда. К отелю, да, гуляем нам по улице, не повезло. Да. Ищем другое. Ищем другое. Что-то мы направляемся оттуда, откуда приехали, уже пешком, а не на такси. Это не интересно на такси. Интересно посмотреть экзотику.